Она всегда говорила, мой дедушка так, мой папа так, у них Сефар Тора был, у них, я знаю, что они мне именно дали Мегиля. Правильно было бы это? Что я хочу вам сказать, Айгалпа? И она получила, за это все она получила как? У нее, да, был один маленький счастье, значит, она не получила муж. Понимаете, хоть наш Амак жил короткий жизнь по его, 52 или 53. Но как я на Шаббат уже говорил, есть люди, что живут 120, но у них всю жизнь это пустота, у них ничего не стоит. Есть люди, что живут 20 или 25, они успели больше, чем это 120. Но почему мы говорим всегда то вишем, вишем и то, когда мы всегда мы начинаем, а мы намекаем. Почему Номи Одам самый важный вот этот у него был? Хотите, не хотите, но мы отдам. Вот сегодня мы пошли в Бет-Хаима. Вот моя жена свидетель. Бет-Хаим был тур. Вот этот какой-то профессор сегодня умер. Илья Малиев Шакубов. Он умер, да, сегодня был кладбиш. Ами Боромба, Бет-Хаим Пурбу. Бамих Авоба, Михеля. Бет-Хаим Пурбу. Что я хочу вам сказать, это не важно, кто ты, что ты, это самое главное, твой деяние на эту жизнь. Ты можешь оставить твое имя здесь, имя жить 20 лет и сделать больше, что ты делаешь? Человек, что это, как мясорубка. Отсюда кушает, отсюда витанский, отсюда идет спать, и вот это 120 лет. А если ты можешь тоже доброту делать для человека, это останется твое. Ахмад был ваш пол, всегда смотрите имя фотографии, у меня всегда улыбка на лицо была. Она была камень для своих детей, для твоей домоты, для своей семьи. Она, не дай Бог, кто-то, понимаете, Коавлот, Гигардос Будан, Ихе Будан, Гвайета Будан. Самое главное, она вот это держала. И она всегда Несихан Меронам Бачоба, Невероба. Недавно вот моя жена тоже мне показывала видео, когда она какой-то Невероба украла твоя дочка. Она говорит, Ухтар, хвала бы Мишинан. Как она сказала, это Жоробозин Акулето. Это плохо для девочки. Вот это, помнишь вот это? Она всегда насихат дала. И знаете, вот это человека миссия, вот эта жизнь. Я думаю, что она не умерла, почему, как мы всегда мне говорим, когда человек остается, у него хорошие дети, хорошие внуки и правнуки, она не умерла, она не умерла, закат домаш мемона. У нее все вот это год, и вот уже второй год. У нее вот это памятники, у нее вот это... Все, что было, именно ее памятник, вот это накладывающий, все проходят, вау, это мечта. Она заслужила, дай Бог, что Аллаху Шойошу Амик Томба, дай Бог, чтобы не заболели, дай Бог, Бамурода Томба.